А вот и опять стая собак. Вот появилась стая собак. Очень опасно. Кошмар. Ко мне сегодня подошла девушка из персонала здесь. И говорит, вы знаете, я смотрю у моего дома, где я живу здесь, в Анталии, тоже стая собак. Вон они какают. Вот стая собак, говорит, и мне очень страшно, она говорит. Я позвонила, ну, куда следует, и они трубку не берут. В общем, бегают они. Бегают. Опасно. Опасно.